сейчас команда отправилась на поездную серию в Казань и в Уфу. Мы уже прибыли в первый город, и вот сейчас уже идем готовиться к завтрашней игре с Акбарсом. Ну и как пройдет эта выездная серия, как обычно, смотрите в нашем блоге «Поехали», который начинается прямо сейчас. Всем казанский привет! Сегодня мы на Татнефть-арене. Наша первая игра в этом выездном двухматчевом турне по маршруту Казань-Уфа. Ну и сегодня Акбарс, 17:00. Сегодня на трибунах Татнефть-арены ожидается много болельщиков Торпедо. Ну и мы с утра на традиционной уже раскатке перед матчем. Ну, команда на льду, тренируется. Ну и сегодня у нас небольшие изменения в составе. Кирилл Максимов сегодня пропустит игру. Вместо него впервые в этом сезоне на лед появится Никита Шавин. Ну и Юсата будет 13-м нападающим. Ну и в воротах место сегодня займет и будет играть там Иван Кульбаков. Поэтому это все наши изменения. Парни сейчас тренируются и вечером постараемся здесь одержать свою 6-ю победу. Казанская молодежь тоже здесь. Вот парни пришли посмотреть на тренировку Торпедо. Всем интересно, как тренируется единственная команда, которая еще не проиграла в этом сезоне в КХЛ. Ну и следят очень за процессом, который небольшой, не самый длинный, но очень продуктивный. Ну что, парни, как вы? Нормально. Расскажите, что смотрите? Торпедо. Что у Торпедо интересного есть? Тренер хороший. Тренер хороший? А что еще нравится? Реализация. Какой игрок? Кого знаете из Торпедо? Коваленко. Коваленко? Потому что он здесь играл или просто знаете? Фирстова. Фирстова знаете? А почему знаете? А про японца что-нибудь слышали? Нет, мы увидели. Японца видели? Да. Где вот? Ну, там катался. Знаете, под каким номером играет? Под 9. Под каким? Под 9. О. Знаете, какого он года? 5. Вот он. Он еще сам у нас стреляет. Он у парней говорит, дайте клюшку. Он тоже 2 метра. А он знаете, какого года? Ну, замотаем, нормально? Да. Всем привет, я 2015 года. Клюшу ногу подарить. Он правда японец? Ю, конечно. По-русски разговаривает лучше меня. Ю, it's your fans. Seriously. Расскажи, как тебе фанаты юные? Здесь? Да. Здесь? Они сказали, они твои персональные фанаты. Да. О, боже, это красавцы. Кружки только хотят. Сколько ставка, что мяч улетит на дорогу? 1-5, думаю. Хотя сейчас, когда выйдет Антон Сизов, это, да? Тренерская контора резко пересматривает коэффициенты. Коэффициент вырастает. 1-2. Вы знаете, где делать ставки? На пари, конечно. Наш спонсор. Бога одобряет. Спасибо. Пари. Просто пари. Тут, видите, хорошее место для разминки. Парней свежий воздух. Ну и болельщиков тоже перепало. Он, ребята смотрят. Снимают. Торпедо, торпедо. Кстати, мне уже сказали, что где-то часа полтора назад мне сказали, что вся квота в Казани выкуплена. Коллегам из Акбарса спасибо, что добавили еще. И чуть мяч не пролетел просто. Поехали, чтобы победить! Чтобы победить! Чтобы победить! Ну вы все слышите сами. We'll be right back.
Колян. Коль, какие джинсы? Кирилл. А? Какая у тебя фирма? Антон. Илья. Так, мы сейчас идем в... Куда? В кафешку пойдем. В кафешку Коля ведет нас всей бандой, потому что он платит. А мы, нам без разницы, куда идти, потому что Коля платит. Все. Ваше ощущение от погоды? Супер. Илюха, а у тебя есть штатив-то какой-нибудь? Ну. Есть, но я его не вожу. А, не возишь? О, они что, Drag Racer? Оба! Они, давай! Давай! Забег, забег! Ой, заезд! Газ, 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 газ! Что-то девочка... Встает. Сам поддайся. Да, 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 набирай, набирай. Смотри, смотри, смотри. Кто? Не говорят. Это трек, это вроде Tour de France, а вот. Ну еще раз. Я в шоке. Тебя даже не знаю. У нас сейчас соревнование. Никита Шаин против Сани Дарина. Что нужно делать? Давайте, условия. На видео, на время минуту прибавь. Что, нужно минуту? Давайте. На соточку? Я сделаю вопрос. Я на Дару. На, да, на 100 тысяч? Да, нет. Самый легкий 100 тысяч. 100 рублей. Ты мне 100 рублей провел. А что? Как так? Если я сам скакал. А. Ты хоть предупреди, давай меня ходишь, блядь. Просто на сотку меня поставил. Вот он, победитель. Саня крейзи. О май гад. А у него левый-то рабочий. Левый. Конечно. И вот выходит белорусочка. Давай. У белорусочки все получается. Погнали. Вел еще много. А уже тяжело вижу. Капитуляция. Кто чемпион в этом состязании? Ну что, сизы не лучше? Да все, он уже больше. Делал еще в держании или нет? Нет. А что ты куда уходить собрался? Я не собирался. Вот и запомни, зафиксировал, да? Обман зафиксирован? 50 в кассу. А человек говорит, как вы уже успели догадаться, мы с вами в Уфе. Ну и сейчас некоторые парни провели небольшую тренировку в зале. Это те, кто играл во вчерашнем матче с Акбарсом. Ну, а сейчас вот у парней будет лед, но там будут только парни, которые не принимали участие. Хотя вот Иван Кульбаков тоже вышел, разминается. Ну, а мы сейчас отправляемся отдыхать. И завтра уже рано утром Торпедо выйдет на раскатку и проведет уже чуть попозже игру с Салаватом Юлаевым, которая станет заключительной в этой двухматчевой поездке в Казань и Уфу. Мел пошел. Так, Андрей. Это самый вежливый белорус. Самый лучший белорус в мире. Ну-ка, дай-дай, я заброшу. Хорошо, хорошо. Почему мы выходим, если они не пилят? Почему рота двое занят, да? О, вот, вот. Ты все? Как настроение? Хорошо. Я тебе там подписчиков прибавил этим видео. Каким? Вот, у меня Коля спрашивает на камеру, как настроение? Отлично!
Знаете, да? Знаете, кто это снял? Угадайте с одного раза. Богдану подарили. Его любимая песня. Сейчас попозже спросим, что он про это думает, но он сам попросил это сделать. Забрать этот плакат. Хорошо, да, Бага? Хорошо. Кто тебе видос-то снял, помнишь? Ногу обрезали где-то. Красава. Утро по Уфе и 7 по Москве. Мы приехали в аэропорт, чтобы отправиться в Нижний Новгород. Не совсем сложилось. Это выездная серия, лишь одно очко, но в целом игра была сухой, неплохая. И главный тренер про это сказал парням в раздевалке. Спасибо, что смотрели этот влог. И до новых встреч. Как всегда, подписывайтесь. И пока.